Сегодня у нас 17 октября. 17 октября это у нас день города празднует Петропавловск-Камчатский, город воинской славы. На гербе и вулканы, и апостолы, и Петр, и Павел, и якоря, и корона, и мечи перекрещены. Всего помаленьку есть. Хотелось бы вспомнить, чем таким интересный город Петропавловск-Камчатский. Находится он исключительно в красивом месте. Океан, бухты, белоснежные вершины сопок. Все это видно из окна почти каждого дома. Но при этом сама застройка города, ну, не очень, так скажем. Люди привыкли жить в ожидании землетрясений. Петропавловск находится в самой сейсмоопасной зоне планеты. Его окружают действующие вулканы, которые, кстати, на гербе присутствуют. В 20 веке здесь произошло 13 землетрясений интенсивностью от 7 баллов и выше. Многие технологии строительства зданий с повышенной сейсмоустойчивостью распространяются по стране именно из этого города. Каждая квартира имеет противоударный выступ с выходом на маленький балкончик. Здания укреплены сейсмопоясами. Жители шутят, что пояса нужны для того, чтобы, разрушаясь, дом не испортил припаркованные рядом машины. История Петропавловска-Камчатского начинается с середины 18 века, когда на берегу Авачинской бухты была оборудована зимняя стоянка для кораблей Витуса Беринга, отправлявшихся к берегам далекой Америки. Именно Беринг и дал название поселению. Корабли его экспедиции носили имена апостолов Петра и Павла, вот и получился Петропавловск. В Авачинской бухте бывали экспедиции Джеймса Кука, Лаперуза. Хотя императоры России понимали, что Камчатку нужно оберегать от возможного захвата, город рос крайне медленно, слишком он уже далека Камчатка от столицы. Интенсивное развитие города началось только в 30-е годы 20 века. Сейчас Петропавловск-Камчатский довольно крупный город, большой порт, центр таинственной и далекой Камчатки. Авачинская бухта, на которой стоит Петропавловск-Камчатский, одна из крупнейших в мире. Она может принять абсолютно любое судно, а жители говорят, что в ней может одновременно уместиться весь мировой флот. Город лежит гораздо южнее Москвы, но климат тут далеко не южный. Хотя, если сравнивать с Сибирью, то зимы здесь существенно мягче. Примерно такие же, как в Петербурге. Лето туманное, прохладное, среднесуточная температура самого теплого месяца августа плюс 13. Климатическое лето бывает не каждый год. Ветра дуют свирепые, бульдозеры выходят на расчистку снега парами, в надутых на ночь сугробах легко завязнуть. Самое интересное находится за пределами Петропавловска. Город окружают домашние вулканы – Авачинская сопка, Корякская сопка и Козельский вулкан. Самый красивый вид на них открывается с вершины Мишенной сопки. Над Авачей облако стоит практически постоянно. Домашние вулканы мирные, городу ни разу не угрожали. Зато на них постоянно проводится восхождение. Два из трех вулканов не требуют для подъема никакой специальной подготовки. Родители берут с собой даже маленьких детей. Символом Петропавловска-Камчатского стали скалы Три Брата. Рядом с городом находится пляж с черным вулканическим песком. Вот только купаться тут решится далеко не каждый. Вода холодная. Непосредственно в городе можно покататься на горных лыжах. Где это неудивительно, весь здесь город лежит на сопках. Ровного пространства практически нет, как нет и маломощных автомобилей. Далеко тут на них не уедешь. Ну, наверное, любой человек, интересующийся путешествиями, хотел бы побывать на Камчатке. А воротами в этот неповторимый край служит город Петра и Павла на берегах Авачинской бухты. Вот такое у нас событие на сегодня. Как день города Петропавловск-Камчатском. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.